И в продолжение темы стали известны размеры призовых для медалистов Олимпиады. Правительство России предусмотрело для триумфаторов турнира в Токио в качестве денежного поощрения 4 миллиона рублей. Это чуть больше 50 тысяч долларов. Серебряный призер получит 2,5 миллиона, а обладатель бронзовой медали – 1 миллион 700 тысяч рублей. Также по возвращении на родину олимпийцев ждут и другие подарки. К примеру, за успехи на предыдущей Олимпиаде в Рио спортсменам вручили ключи от новых BMW X6. Кроме того, победители Олимпиады ждут поощрения и подарки в регионах, которые они представляют. Для сравнения, больше всего своих спортсменов поощрит правительство Казахстана – 250 тысяч долларов за победу. Примерно эту же сумму получат олимпийцы в Азербайджане и Латвии.